Здравствуйте, меня зовут Дана Юнулайнен. Мне 10 лет. Я живу в Финляндии в городе Турку. Я участвую в молодежной организации «Альбатрос». Я буду рассказывать стих Юлии Друниной «Запас прочности». До сих пор не совсем понимаю, как же я и худа, и мала сквозь пожары к победному маю в кирзачах стопудовых дошла. И откуда взялось столько силы даже из самых слабейших из нас? Что гадать, был и есть у России вечной прочности, вечный запас.